Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Браво, 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 браво. Так, за здоровье именинника. И пусть у него будет столько болезней, сколько останется капель в этом бокале. Мне это много. Ну, за здоровье. Ну. Пей до дна. Пей до дна, 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 пей до дна. Потому что настоящее. Новый свет. Я пойду. Куда? Нет, я пойду. Что-то мне нехорошо. Торкнуло. Торкнуло. Это значит, шампусик ударил в голову. Такое бывает. Мне пора, Вадим. Ну хорошо, я провожу. Сидеть. Мне пора. Это сейчас пройдет, Екатерина Сергеевна. Мне дедушка. Не расстраивайте коллектив. Все, ребята. Ну, Екатерина Сергеевна, не разрушайте компанию. Дед будет волноваться. Не будет. Остановись мгновение, ты прекрасна. Мы же договаривались. Пропустите. Что вы на меня так смотрите? Любуемся. Мы вами любуемся. Пропустите! Мы тебе еще библиотеку не показали. И комнату для утех. Прошу в будуар, графиня. Ну, пошла! Ребята, вы что? Что? Ну что вы? Тихо, приди в себя. Спокойно. Кири-кири-кири-кири. Ребят, пошутили и хватит. Вадим, скажи им. Остынь, расслабься. Постарайся получить удовольствие. Ребят, вы с ума сошли? Да, мы сошли с ума. Согласитесь, Екатерина Сергеевна, трудно не сойти с ума, глядя на такую кисточку. Я закричу. Кричите. Кричите, Екатерина Сергеевна. Сама разденешься или помочь? Да ладно, тихо. Тихо. Пусти подарок. Слышь, ну давай быстрее. Ну, сейчас смотри, какой. Быстрее закончим. Быстрее домой пойдешь, к бабушке, дедушке. Ну что, трудно быть первопроходцем? Еще пойдешь? Не-а. Какая среда получилась? Еще придешь? И мы без этих... Ничего. Я это терплю. Я много чего терплю ради... Слышь ты, романтик, вторая смена пришла. А что? Давай завтра. Сегодня тебе отдохнуть. Завтра встретимся. Дерьмо! Дерьмо. Хорошо. Знаешь что, мы тебя тут помяли немножко. Так что ты купи себе чего-нибудь. Ладно? Позвольте. Прошу, мадам. Дойдет? Куда денется? Дойдет, отмоется. Ты денег дал? Полтинник, Горюнов. Дела. Ух ты! Руки! Варюга! Катерина! Это ты? Боже мой. Катя, что случилось, а? Что? Что стряслось? Катенька, внученька, дорогая, ну скажи мне, где ты была? Кто тебя обидел? Ну не молчи. Ну расскажи, что... Кто? Вадим. Какой Вадим? Пошутил с приятелями. Что? Не один? Трое. Где? В соседнем доме, там друг его живет. Это что, торга, что ли? Да. А зачем ты не пошла? Звонили, сказали, день рождения. Thank you.
Да, выходи. Ну что сидишь, есть из чего выбирать? Ладья и конь против ферзя. Ферзь сильнее. Ну, ферзь, он в Африке ферзь. Шах! Что посоветуешь, Федорович? От шаха не умирает. Уйди королем. Сюда! Быстрей! Давай! Шампанского взорвалось. Что, поэтому яйца оторвало? Да не может быть. А что не может быть? Что не может быть? Знай, план. Проблемы? Машина у тебя не новая. Ты бы денег добавил, я все новые купил. Слышь, Борь, дай прокатиться, а? Может, тебе двигатель помыть? Ты себе морду вымой, чучело. Хорошо смотрели. Обижать, товарищ полковник. Это ты. Я знаю, это ты. И вот что я тебе скажу, народный мститель. Если с моим Вадимом что-нибудь случится... Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. Уже случилось. Что? Что ты сказал? Что ты сказал? За ним. Конечно, случилось. Раз он насильником стал, с ним давно уже что-то случилось. Да что у вас происходит-то? Вот и я хочу понять.
Черт не знает. Вадим! Вадик! Мальчик мой! Вадим! Вадим! Товарищ полковник! Что вы делаете, товарищ полковник? Огнестрельное ранение. Поле свободы 12, квартира 4. А, да, и психиатра захватите. Тут еще один. Похоже, тронулся. Федорович, зайди-ка. К тебе? Ко мне, ко мне. Ну? Нехорошо, Иван Федорович. Чего нехорошо? Нехорошо, где попал инструмент свой разбрасывать. А зачем тебе инструмент? Дома в деревне у тебя больше нет? Да так-то на так, Алеш. Только жизнь тяжелой пошла. Нельзя без инструмента. Никак нельзя. Сам видишь. Все, Иван Федорович. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. С конфискацией имущества. Свободен. А как жить? Свободен. Спасибо, Алешка.